Женская красота всегда вдохновляла профессионалов бьюти-индустрии развиваться в поисках новых путей к совершенству, при этом создавая новые материалы, средства и технологии, при использовании которых каждая чувствует себя королевой. Вот и компания Coty не стоит на месте и пытается нас с вами удивить какими-то новиночками. Меня зовут Инна, это YouTube-канал интернет-магазина Too Fee Shop. Предлагаю начинать наш новый обзорчик. Не знаю, с чем это связано, то ли с Новым годом, то ли с затмением, но все чаще и чаще бьюти-компании начинают проводить какие-то изменения. Кто-то проводит ребрендинг, а кто-то выводит на бьюти-арену все новые и новые продукты. Компания Coty, которая на слуху у многих, не исключение. Мы все знаем, какое качество у этих гель-лаков. Наверное, не было такой девушки, которая не покрывала ноготки гель-лаками этой фирмы. Отзывы исключительно положительные. Главным изменением компании стало то, что теперь они будут выпускать свои гель-лаки только в баночке размером 12 мл. Что еще немаловажно, они сделали новенькую палитру, которую я вам сейчас более детально покажу. Цвета настолько красивые и яркие, что трудно оторвать глаз. Палитра имеет несколько коллекций. Цвета приходят каждый день все новые и новые, поэтому обязательно отслеживайте наш сайт, дабы не пропустить новинки. На сегодня мы имеем базовые цвета, как белый, черный, серый, пастельные розовые оттенки, сочные яркие цвета зеленого, желтого, камуфляжные лаки под френч, гель-лаки с эффектом мерцания и глиттер-гель-лаки. Также есть и для любителей темных тонов и оттенков. Иногда мне кажется, что у Coty есть все и даже больше. Вот смотрите, как красиво выглядят эти оттенки на ноготках. Хочу отметить, что консистенция очень хорошая. Гель-лак не густой и не очень жидкий. Имеет хорошую пигментацию и запах. Что самое важное, запах не резкий. Умеет же Coty порадовать своими новинками. Теперь давайте возьмем несколько цветов и попробуем нанести их на типсы. Посмотрим, как они ложатся на ноготки и, что есть самое важное, посмотрим, как они выглядят при нанесении.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, поставьте нам пальчики вверх и не забудьте подписаться на наш канал. Ролики у нас выходят регулярно. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новых роликах. Пока-пока!